ближе друг к другу, будем прощать какие-то ошибки и неудачи, будем внимательны к тем людям, которые окружают нас с вами. И ведь всегда есть в жизни те, кто живут хуже нас. И вот для того, чтобы мы не были такими жестокосердными, чтобы мы не проходили мимо нужды человека, а старались на нее откликнуться, вот и существовали такие традиции, этот праздник белого цветка.